Сегодня у нас на Вологодчине дождь, но тепло, где-то 18 градусов. Вот, но мы все равно работаем, планировку делаем. Сейчас покажу. Очень хороший мастер, я его уже вызываю не первый раз, Андрей, на мини-экскаваторе. Вот, тут баня будет. Со временем, сейчас денег подкопим немножечко и освободится специалист, который. Ну, это потом высохнет, дренаж будем делать. О, глина сколько. Дождь иногда бывает не вовремя, хотя летом чаще всего вовремя. Сейчас под ворота будем укладывать ацетовые трубы, вот те, и вот этот гравий, чтобы вода сходила. Так что не бойтесь жить, не бойтесь принимать решения, не бойтесь выживать и спасаться. Вот того дома уже нет, видите, на растопку его кто-то берет, этого дома тоже почти нет. Здесь колодец. 10 колец. Вот мини-экскаватор. Этого дома тоже, считаю, он стоит, но его нет. Вот такие огромные дома. Это вот, но это ковчег мой. Огромные дома были. Раньше было так модно, привычно. На первом этаже скотина. На втором этаже маленький отсек для жилья, метров 20. И сено, сарайка. Так вот. Пошел дальше. Будем жить.